сторону сейчас. А как масло называется? Цетим 201. А, это... Шарицонный. Шарицонный. Еще мазнета. Что потом промыть сюда можно? Потом в одежку не всегда бросим. Угу. По уму бы, конечно, разобрать его, он разборный. Но как подумаешь снимать все это. Опять все эти вставки пластиковые переломаем. Угу. Не надо. Я думаю, что. А хватит. С этой стороны. А тут я выдышку капал. Нет, вот с этой стороны вот эту клещу. Ну, давай сейчас. Вот сюда вот. Сейчас в них внесем. Это вот нужно вот этой штучкой. Угу. Слушай, вот это видно было. Угу. Нет. Не видно? Что-то такое. О, вот зацепило. Вот это хорошо. Ага, и прям зацепило. Видно даже, ага. Вот эти и в другую сторону. Грязный там, видишь? Угу. Надо было потереть. Так, я сюда. Промажет, наверное. Конечно, конечно, прям видно. Угу, тянется хорошо. Следующий. Угу. Сначала до упора влево протянуть. Договор, так теперь ближний, да? Угу. Сможется, правильно? Да, прям видно, хорошо. Угу. Следующий. Конечно, надо было бы. Да, все достаточно уже разнесет. Ну, это в другую сторону.
свет. Думаю, что кто-то смажет аккуратнее, чем мы с тобой. Это все легко потом смывается ВДшкой, если даже что-то и напортачит. И проповедь я тоже смазан не знаю. Чтоб нижнее щелкало. Угу. Я не смазал уже. Я в субботу пришел, что никто не мешает мне все, что хотел сделать на этой неделе, я все за субботу сделал. У меня жена на работе, чудом сидит. Так, тоже это, ладно? Да, правильно, правильно. Погуще. Здесь не обязательно погуще, все равно. Там сейчас соберется? Да, все. Соберется все в одну кучу, все равно, сколько не машет. Да, все отлично. А уже вот и с этой стороны даже масло вышло. Ну, хорошо. Хватит. Я собираю. А, кондеры поменены вон все. Угу. Видно. Втулочки хорошо получились вот. Из дерева. В колечко набранное. Это силовой.